Ханты-Мансийский автономный округ. Приглашаются на ковер А. Под себя, ну. Просто не держи руки, что-то из поможет. Что-то ложи. Работай, Тиму, работай. Рами, работай. Толни, атак. До конца. Еще под себя. Выйди, выйди отсюда, выйди. О, забери. За голову. Сам атаку, Тимур, атаку. Вот до конца. Встань, развернись. Еще атаку на краю. Подготовь атаку только, подготовь. Двигайся, стоишь. Что ты просто держишь? Стоишь, держишь. Свое двигайся. Встань, развернись. Да куда ты наступаешь-то? Давай работай! Работай! Да зачем ты накладываешь эти руки так просто? Просто так! Не боишься! Ты стоишь, На ковер А приготовится борцам из категории до 38 килограмм. Полужа Магомедов. Стоишь! Просто держишь, стоишь! Под себя! Держишь руки, просто стоишь! Атака, Тимур! А что ты держишь-то просто так? Ты стоишь, ты ничего не делаешь. Ковер С. Победу одержал Святослав Картабора, Краснодарский край. Приглашаются борцы весовой категории до 52 килограмма Георгий Цемиров, Санкт-Петербург, Виктор Попов, Республика Коми. Держи дальше, Дело приема. 2 минуты. Будет ни о чем. Брать. Проигрываешь! Атака с расстояния должна быть, не накладывай ты руки на него. Но! Обегай! Тащи! Часто, я не доработал! На ковре Б красным трико борется Тимур Иса. Команда Красноярского края. Юридический разряд. Сам атакуй! Победитель Бельгийского края. Сам
тренеры Зыков, Мануилов и Витар. Максим Дымов, город Москва, в синем трико. Ну, давай, 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 да не накладывай ты. Ну. Ой, блядь, да что ты стоишь, ну, в эту атаку, Тимур? Что ты хочешь? Все, поплыл. Приемы делай. Доложишь просто их держишь. Что ты их держишь, там, блядь, время идет. Остави, просто остави. Остави, верно. Остави, верно. Дедай, дедай, дедай. Активи руку назад. Работай на ногах. Работай на ногах. Выключи руку назад. Постой. Работай. Вот оттуда включи работу. Черешка Юра. Два балла борцу в синем красном трико за сбивание и два балла в красном трико за переворот. Череш выиграл. Но! Набери захват, еще время осталось! Набегай, бери, набегай, набегай! Отрежь! Пойдем! На ковре «Б» победил Максим Дымов, город Москва. С явным техническим преимуществом победил. Приглашаются Арсений Скориков, Московская область, Мовлин.